Не один, кто-то один фоткает, но точка там. Точки не видно, надо повернуть к тебе чуть-чуть это. А, бревно это? Сейчас я толкну. А, крутануть тебе надо было? Да, давай еще. Оп, оба. Так, два точки. Ты мог бы сразу на мотике ехать. Через бревно переехать надо, она вот там. Вот через это, потом через то бревно переехать надо, я сразу там. На, сфоткай. Есть. Да, надо. Где-то какая дорога видна туда? Ну, чтобы там ехать, вот так дорога пойдет. Так, рисовать путь. Пускай будет включен. Тут у нас речка, блядь, сука. Переедем, детка. Переедешь ты? Ну, сюда переехать. Можно куда-нибудь заехать только, да? Видно туда вбок, да? Все. Ну 4 часа, блядь. Если нормальный темп. Просто обычно я ездил с теми, кто, блядь, вот где мы ты с тобой ехали, там бы уже начали бы ныть. У нас точка. Его не забрали, нихуя. У нас еще Димон точка, блять, надо выехать обратно. Или там, или нет? Или
Ну, по 10 метров или сколько сказали от столба? По трассе, когда в полную дырку едешь, у меня глохнет. Бензин так быстро не поступает, не сгорает. Понял? Каждый раз опять поехал. На бана, вокруг колеса вот так обкатал, здесь колесо не пробило. Я думаю, что заляпало, намотало нахуй пить ебаный, колесо проволоки. Какой тоже фотки 50. У них айфон. Айфон мы хотели раздавать, мы... и чтоб здесь, а он не коннектится, на симку вставлять. Да, получилось, что мы в 1:45 мы отсюда выехали. Мы нормально проебали. Мы час почти, мы, блядь, 1/4 гонки просто стояли. Ну, стопудово. Да, нормально, мы ехали, мы тут, блядь, как лосин, нахуй. Никто так не ехал. Команда XXX. Третье место. Так, живот лёг специально. Ну, ребята, сейчас по традиции всяких там авто и мото. Яник, иди сюда. Иди к маме, иди на приятель, предлагаю вам. Я не даю. Яник, стой, убегаем. Организатора плевай. Гип, ура. Кто же такой шапанцы? Кто не за рулем? Ah!